Что такое? Придешь куда мне? Я морально готов ко всему, так что. Все, я все инструменты поломал. Бегу. Блин, а как он тогда погружать будет? Типа что, 10 лет? Такой дом. Если я сделаю огромный дом на 10 миллионов этажей, например. Да нет, вряд ли. Он мост-то нормально прогружается. Нет, я имею в виду, когда ты сервер, ну, будешь открывать игру. А, ну, блин, о, не проблема один раз-то подождать. Так, все. Олень забит соломой. Отлично. О, лабиринт. Пойдем, я тебе экскурсию проведу. Прям 5 сек. Сейчас я. А, нет, фоне вылетело. Давай, может быть, тогда сейчас выйдем и загрузимся опять. Просто я не хочу заново все это строить. Типа сохраним. Давай, выходи. Угу, я тогда сейчас минут 5 перерыв сделаю себе чайными. Давай. Так. Ты... Да, я тут иду. Да-да. Со мной. Иду. Смотри. А поднимайся со мной.
Вот сюда, где я стою, я впихну холодос. Пошли дальше. А ого. Сюда впихну второй холодос, если он поместится. Надеюсь, что он поместится. Так, пошли дальше. Это 6 ступок. С этого конца. Очень похоже, знаете, на вот так. Ага, и этот пестик вверх, короче, как на бутылку русский. Короче, с этого конца делаешь гнильку. С этого конца у меня кератин. Ну, то есть, как бы вот эти вот тут вот эти пара, там, 3 ступки, их не трогай. Вот эти шкафы я все поменяю и поставлю их и пошли за мной. О, поставлю еще их один. Вот так. Ага, все, я понял. Вот. И как бы, ну здесь пока эти шкафы, они, короче, там. Пока. Ну, просто будут. Вот это я все перенесу, здесь ничего не будет, здесь тоже ничего не будет. А здесь пока я не знаю, что. Ну, тоже потом посмотрим. Пошли дальше. Вот этот ящик поломаю, и вот сюда поставлю 2 ящика, и они будут забиты всякими этими. Вот. Ну, типа, все как бы. Прикольно. Пока что. Пока что так. Ну, как-то место побольше стало. Значительно больше. Обороняться все равно здесь не нужно. Обороняться вообще смысла нет, поэтому как бы я сейчас, ну. Да я даже от других животных я имею в виду. Так, тогда мне сейчас куда складывать все? Сейчас первым делом я сейчас сделаю ящики сначала. Сейчас, и ты мне поможешь. А, так, знаешь, что? Че? Дай-ка мне вот соломы. В этом. Сколько тебе соломы? Соломы мне давай стака 3. Угу. Может, мне уже больше. Мы просто сейчас ящики сделаем. Какой ящик? Ты мне вот перед которым я стою. Угу. И ты мне поможешь перенести все из этих ящиков в новые, и все уже тогда можно расстарываться. Угу. Так, я, наверное, все мясо пожарю, потому что у меня очень прям жарь уходит. Уровень. Чоп качнуть. Сворот. У тебя уже сколько уровня уже? Уровня 90. Нет. А набралось? Набралось? Я не знаю. Короче, кого-то не убили. А здесь этот кабан. Так. Подойди ко мне. И забери вот из этого ящика все. Забрал, да? Так, ходить, я конечно же, я не могу. Сейчас, подожди, дай. Куда перенести? Хотя бы просто подвинься, я сюда пару ящиков поставлю, и ты в них и запихнешь. Стой, ты оставил. Подожди, тогда хорошо. Сейчас, тогда понял. Ты можешь чуть-чуть подальше встать, чтобы я могла впихнуть ящик, и ты потом сразу же запихнешь. Еще подальше или как? Попробуй, ну, на самую даль, короче, как ты сможешь открыть ящик. Ну, вот так вот, смотри. Вот так вот примерно. Вот на мое место ты можешь встать, и тут отсюда открывается ящик. Ну, я, в принципе, думаю, пока ты там стоишь, я, наверное, смогу запихнуть ящик. Сейчас тогда все равно попробую отойти, подожди. Да, так уже сможешь. Давай. Все забрал, да? Угу.
Все, туда могу уже впихивать, да? Как будто серверная какая-то прям. Майним. Я бы согласилась кератина помайнить. Так, теперь мне надо помощь вот это все поломать. Можешь сейчас пока просто в какой-нибудь ящик, который стоит боком, перенести, потом все перенесем. Все, мне их красить все. Так, отсюда все позабирать, да? Угу. Чтобы не их разрушить. Вот, вот, пока переложу. Это там твой топор лежит? Да, я просто пока его положила. Вот, но я потом заберу его. Я просто работала с этим ящиком. Так, все, разрушаем. Левый, да? Так, все, сюда уже не могу впихнуть. Почему-то. Не могу. Боже мой. Да, все. В тот угол я уже не смогла впихнуть ничего. Ну, ничего страшного. Ну, и так их в два раза больше, чем было. В два раза больше, там, блин, их в 10 раз больше, чем было. Не имею в виду, чем было до того, как я их перевернула. Почему топор такой дорогой? 4 металла. Ну не страдай, можем сейчас пойти пока или... Не, я не страдаю, я в плане того, что мне просто интересно, почему. Так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 разделить на 3, это будет 4.
Я пока все просто по порядку складываю. Там потом сама. Куда ты складываешь? Да просто слева направо ящики пока заполняю. Нижний, надеюсь. Ну, нижний, да. А ты чё наверху бегаешь? А я... Мне не надо трогать. А где этот ящик с этими, с лапами? С лапами? Ну, вот тут. Где? Вот он. Вот второй. Наверху. Вот второй от стены. Вот он. Угу. Так, мясо, по-моему, все готово. Конечно же. Остальное пусть у меня будет. Так-с. Чаще, стрёмно, немножко. Ой. Белые, я покрасила 3 белых ящика, это для камня. Да-да-да. Белый для камня. А дерево куда? Ну, пока видишь, не крашеный ящик. Да, запихну. Так, ты сейчас еще будешь крафтить что-нибудь? А ты хочешь куда-то уйти, да? Ну, дальше. Дальше, тогда пойдем со мной. Сейчас. Так. Сейчас, подожди, пока. Подожди немного. Вот. Пойдем со мной, подойди ко мне. Прям рядом. Прям
рядом, да? Угу. Так, сейчас сначала вот это сделаю. И сделаю два холодоса. Чтобы этот, ну, там опыта просто дофига дается. Все, холодосы сделала. Можешь гулять. До свидания. У меня уровень только начался. Да? Угу. Просто. Ну, у меня он закончился. Вот у тебя на крафте. Это хорошо. Так, блин, как бы теперь влепить этот холодос еще? О, нифига, как он клёво влазит. Смотри, иди сюда, пока ты далеко не ушел. Просто вот, вот, знаешь, мечта... Рядом, да, стоишь? Да-да-да. Мечта перфекциониста. О, прям четко. О, жесть. Идеальнее. Просто. Ой, какая я великолепная. Наверх я гнилизик. Ну, типа, наверху. А, не-не-не-не-не. Внизу пусть будет для гнили. А, ну, просто быстрее. Наверху будут овощи. Овощи вообще редко используют. Угу. Так, ну, все, в принципе, я мамонтов растарил. Так. Одну вещь забыл. Так, ну все, я тогда буду переносить тоже всякие гнильки. Наверху будут овощи и яйки. И всякие биотоксины, тартары, ну эти, короче, ты понял. А внизу, ну, в первом холодосе будет сырое и жареное мясо. А во втором гнилька. Наверху есть один разноцветный ящик, у него несколько цветов, он для краски, потому что, ну, он такой прям клоунский, вот, короче. Слушай, знаешь что, ты уже ушел, да? Нет, еще что? Подожди, может быть, пока, ну, или просто, как бы, тут недалеко, может, просто побегай. Осталось до ночи 4 часа, чтобы мы запустили фейерверк. Ага. Я, может, пока слонов наверх выведу. Ну да, что-нибудь поделай пока пару часов. Грязочек.
холодос с овощами уже забит. Надо что-то с ними делать. Ну ладно, потом об этом подумаем. Так, все, мамонты, стойте. Побегаю, пока камни просто пособираю. Что делаешь? Ящики ставлю. Блин, как вспомню, как мы сюда ходили, как я сюда ходил, блин, за каждым деревом шарахался. В смысле? Да, в лес вот здесь. Типа страшно там что-нибудь? Ну и страшно, мамонты эти, кабаны. Ну я помню, когда я увидела Рекса, я обосралась. Альфача увидели, обосрали, сейчас запинали. Все темно. Здесь темно. Пока. Вот тут отсюда буду запускать с холмиком. В какую сторону? Над домом? В сторону. Ну да, там, примерно над домом. Давай. Так, надо принтскрин. Это. Так, бэкспейс и. Ты на бэкспейс тоже сделал, да? Ну и где фейерверк? Ой.
Ой, как клёво. Смотри, освещает как. Да, классно. Фейерверк был круче. Клёвый. Ну-ка. Пусть. Не, исчезла. От нее ничего не осталось, да? Нет. Жаль. На бэкспейс у меня, ну... Да, отключение этого, да, точно. Худо. Прикольно! Очень клево. Мне понравилось. Блин, и всё. Сейчас мы запостим одинаковые скриншоты. Ну и хрен бы с ним. Да, сейчас бензина будет намного больше тратиться, потому что у нас теперь дофига там работает. Я бы не сказал, что прям дофига будет прям тратиться. Ну, я имею в виду побольше. Из генератора, так точно. Ну вот пока нас не было, как раз, смотри, один стак бензина сгорел. Ну ладно, что могу сказать. Ну, тратится самое главное. Да, лампа так нормально освещает, в принципе. Да пофиг, как бы, знаешь, кожу и нефть добыть просто изи. Так что нам особо-то... Экономить не надо. Добывать-то, че? Кожи там вообще просто... Кожу выкидываем. Окон, правда, вообще. Ну, окна можно и потом сделать. Темница. Ну да, окна. Все, можешь идти по делам. Я уже вовсю давно. А что там сейчас добываешь? Ягоды, камень, дерево. В общем, ну, все, что нужно. Отлично. Ну и этих убивает из всех, кого можно.
У меня наверху, на втором этаже, один ящик будет, он полностью желтенький, короче, mm-hmm. желтого цвета. Он будет полностью забит соломой. Оттуда солому не воровать. Хорошо. Она мне просто нужна для этих всяких там, ну, чтобы зажигать огонь, там, типа, красители делать, mm-hmm. всякие там эти, еду делать. Вот. Просто туда... Солом деревяшки, нужно, чтоб... деревяшки угу. туда нельзя, потому что дают уголь и красители будут вместо того, что мне нужно. Чё? Яйки тут лежат. Бесхозные. Надо же холодос отнести. А то, кстати, зародыши внутри. Это додо с зародышем и паразавра. Паразавр с зародышем. Здрасте. Не особо-то. Ну, просто все равно скажу. А Дудо это что еще? Из дома того привезенная? Да, я сперла. А, когда мы второй раз, точнее, сплавали до дома один раз. Здесь камни просто так валяется много. Реально так бегай туда-сюда, собирай. Это неудобно. Да нет, в принципе, нормально. Так все будут делать.
экран замигал, я не мог понять, блин, у кого, из-за кого мигает, из-за слона или из-за меня. Полминуты тупил. Оказалось, просто проголодался. Ты? Ага. У нас дерева нет, да? Сейчас будет дерево. Сейчас дерево. Можно я башню сделаю? Челый, мне даже, ну, интересно. С винтовой лестницей? Ну, винтовой лестницей. Я посмотрю, возможно ли ее впихнуть туда. Посмотрим, если не получится, то с обычной рампой. Она будет очень высокая. Можно потом попробовать на нее подъемник улепить. Как-нибудь потом. Подъемник там металл и цемент, просто тьма нужна. А, да? Ну тогда сами пешком поднимемся. Клево, когда много шкафов. Да. Есть куда разгружаться.
тебе тогда, может, поохочешься. Давай. Мне надо прогуляться, а то смотреть не рожает. О, Карна, пойду Карна убью. Сейчас карманы-то будут полные. А, да тут все прочистил. Где? Тут сверху. Ну, да. Капелюшечку. Еще как охота. Отлично. О, я вижу мамонта, которого сейчас съедят. Все умирают сразу же. Очень грустно. Я уже начинаю вспоминать Альфа Рекса. Mm-hmm.
там слева всех убило, да, получается? Я справа. А, вот здесь, где я бегаю. Там много, да, всех? Ну вот как вот, если наверх поднимаешься, налево идешь, то там обычно много кто бегает. А, ну ты как раз там бегаешь. Походу. Воу-воу. О, металл. О, металл. О, нифига себе. Ага, ага, видел, видел с земли. Прикол. Просто... Он так прям на весь экран мне. Больше некого убивать. Ну с таким-то отрядом выпиливать. Так а я одна всех убиваю. Я просто, ну, как бы я быстро бегаю, я добегаю, убиваю, и все. Мои потом подбегают. Но все равно такой отряд. Да. О, волки. Блин, надо было приручить. Хотя он бомж. Он застрял в кристалле. Да, я немножко повыше заберусь. Мне тут на уклонах очень трудно, потому что у меня просто волки подпрыгивают и улетают. Хм. Да и разбиться легко, просто прыгнув. Интересно, с ней справлюсь или нет? Главное, чтобы тебе расстояние дало. Ну, расстояние для тебя 240 метров. Ой, там этот ходит. Пушистик, я туда не пойду. Блин. Да, все-таки один чувак мне не по зубам. Которого я обхожу стороной. Из-за того, что разбегаются все? Да, я потом их просто соберу. Жаль, вот им тоже нельзя качать, типа, стойкость. Текс.
У меня такое чувство, что они умеют есть из земли. Есть из земли? Че? Ну, эти, травку из земли подбирать. Травоядные, которые. О, пушистик возле нашего дома. Так, ребят, двигаем к нашему дому. Очень быстро двигаем. А что, если растения посадить? Попробовать, которые стреляют. А, ну дерьмо. А ты смотрела? Я погуглила. Что-то говно какое-то полное.